В области ЖИЦУ завершается уборочная кампания по зерновым колосовым культурам, территория которых составляет более чем 250 тысяч гектаров. На данный момент собрано уже 82% урожая или 476 тысяч тонн зерна, а средняя урожайность достигла почти 23 центнера с одного гектара. Работы по уборке приближаются к завершению. Наша съемочная группа проследила за ходом процесса на полях одного из фермерских хозяев Сарканского района. Подробности у Айгерым Купаевой. В Сарканском районе более 500 из 1500 фермерских хозяйств занимаются выращиванием зерновых культур. На неполевных землях, преобладающих в районе, ячмень является основным видом выращиваемых культур, поскольку его зерно используется для производства солода. Одним из таких хозяйств, специализирующихся на выращивании этого вида зерновых, является крестьянское хозяйство «Жумагали», расположенное в Алмалинском сельском округе. По словам владельца фермы Егемена Жумагали, он начал сбор культуры еще в начале августа. В данный момент уже собрано 70% урожая. Посевная кампания в этом году проходит успешно. В данный момент три комбайна работают на уборке урожая. Большая часть ячменя уже собрана, осталось совсем немного. Ожидается, что уборка завершится в течение этой недели. Мы посадили сорт под названием «Планета». Несмотря на то, что дождливая погода иногда приводит к временным перерывам в работе, сбор урожая продолжается. С каждого гектара мы собираем по 25 центнеров, что составляет около 2,5 тонн зерна. Турлубек Смайлханов – один из лучших комбайнеров Сарканского района. Вот уже 30 лет он управляет мощной сельскохозяйственной техникой. Мужчина с гордостью рассказывает об объемах нынешнего урожая, который, по его словам, удался на славу. Весенние дожди в полной мере увлажнили почву, а современные технологии и техника обеспечили качественный уход за посевами. Уборка урожая началась месяц назад и уже завершена на равнинных территориях. Сейчас работа ведется в горной местности. Специальная техника, в том числе комбайны, играет важную роль в сборе урожая. Автоматизированные процессы обеспечивают бесперебойную работу, и техника не ломается. КАМАЗы также работают без перерыва, транспортируя собранный урожай на склады. Наш рабочий день начинается в 9 утра и продолжается до заката солнца. В этом году посевная площадь зерновых культур в Сарканском районе составила около 55 тысяч гектаров, а ожидаемый урожай свыше 160 тысяч тонн. Стоит отметить, что в этом регионе края ЖТСУ валовый сбор зерновых достиг 117 тысяч тонн. Всего в регионе из колосовых зерновых культур пшеница занимает площадь 98,3 тысяч гектаров, ячмень 152 тысячи гектаров. По области уборка зерновых культур выполнена на площади 211 тысяч гектаров. Валовой намолот зерна составил 481 тысячу тонн. Современная сельхозтехника позволит не только повысить производительность труда, но и обеспечить качественную и своевременную уборку урожая, что в свою очередь положительно скажется на экономическом развитии региона. Так, всего по области ЖТСУ в уборке зерновых культур задействовано 1139 комбайнов. Стоит отметить, что в Сарканском районе собрано уже 85% урожая зерновых. Фермеры края настроены оптимистично и надеются завершить уборочную кампанию до конца сентября. Айгерим Купаева, Габит Кабдрахманов, телерадиокомпания ЖТСУ.